Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов GrandStart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм из трикота «Кошечка Карамелька» для девушек. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Костюм довольно объемный. У нас упаковочка индивидуальная полиэтиленовая, уже с ручкой, но упаковка может меняться. На данный момент упаковка сейчас идет такая, очень удобная, потому что она на молнии, поносил, положил назад, закрыл и убрал. У нас в интернет-магазине несколько вариантов карнавальных костюмов кошечки Карамельки. Мы до этого уже снимали, если видели. Сегодня мы рассмотрим новую модельку. Давайте посмотрим, из чего состоит этот комплект костюма. В костюм кошки Карамельки у нас входит вот такой вот сарафанчик ярко-красного цвета из плотного материала, без рукавов, обращу ваше внимание. Внутри у нас подкладка также такого морковного цвета, атласная подкладка. А внутри он немножечко такой, как набивной, плотный такой материал довольно, свободного покроя, расклешенный к низу. Сзади у нас вот такой вот хвост пришит. Коричнево-черный хвост, вот можете посмотреть, мягенький такой, и он также немножечко набит такой, довольно длинный хвост. Помимо хвоста вместе с платьицем у нас в комплект входит головной убор. Вот такая вот шапка с бантом, большой такой красный бант, посмотрите, здесь у нас уже глазки, носик, здесь длинные усы. Вот такие черненькие ушки. Сзади шапочка выглядит вот так. Шапочка универсальная, одного размера идет. Внутри у нас на подкладочке на белой. Одевается абсолютно на любую голову. Здесь такой у нас носик. Вот такая вот красивая у нас кошечка-карамелька. Также в комплект у нас входит имитация обуви. Черного цвета, вот можете посмотреть, такие объемные ботиночки, вот так вот они выглядят. Они могут одеваться как на обычную ножку, так и на ботиночки какие-то, на чешки. Подкладочка у нас здесь идет такая, из заменителя кожи, то есть они не сотрутся. И внутри, обращу ваше внимание, здесь есть резинка такая толстая, тянется. Вы сюда просовываете ножку и одеваете, то есть не надо переживать, что ваши ботиночки спадут. Вот такие вот большие ботиночки. И в комплект у нас входит комбинезон, то есть под низ, под платье, одевается такой бежевый комбинезон из обычного трикотажного материала, вот такой с длинными рукавчиками. Здесь у нас все аккуратненько прошито, комбинезон довольно плотный. Штанишки длинные, все однотонное, просто обычный бежевый цвет. И сзади комбинезон у нас идет на молнии. То есть по спинке у нас идет просто широкая молния, удобная большая молния. Вот полностью набор кошечки-карамельки. Если вам понравился костюм из мультсериала «Три кота», вы можете заказать его на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.